Президент Союза армян России Ара Абрамян обрисовал ситуацию в регионе как крайне опасную, а действия правительства во главе с Пашиняном как дезорганизующие и ведущие к захвату Азербайджаном все новых и новых армянских территорий. Ситуация в Армении, Карабахе и на армяно-азербайджанской границе и ее отголоски в России стали предметом обсуждения на состоявшейся 18 ноября видеоконференции с участием членов правления и руководителей региональных отделений Союза армян России. Народ не должен более верить демагогическим речам о якобы принесенном в регион мире, оставив нерешенным вопрос о статусе Карабаха и при этом уступив противнику большую часть исторических армянских земель. Пашинян не только не приблизил нас к миру, но наоборот создал условия для новой войны и агрессии со стороны Азербайджана. Его уступчивость и беззубость не утихомирили, а наоборот, лишь еще больше разодорили агрессивное воображение Алиева, окрыленного поддержкой Турции. И акты агрессии со стороны Баку будут продолжаться, пока это правительство у власти в Армении. Потому что оно, спустя год после окончания Второй Карабахской войны, не сделало ничего для укрепления армии и боевого духа солдат. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.